чуть позднее. Тех, кто такие призы получает. Малик Ньюман. Да, зонная защита. Ньюман, проход и завершение. Да, я понимаю, что вернулся Крис Джонс. Вот, какие-то минуты мяч он отберет, но Евгений один из игроков. Ньюман. Ньюман до конца втыкает. Видимости уже можно констатировать. 20 очков за 2,5 минуты, конечно же, не отыграть. Встретится с саратовским «Автодор». Действительно, очень и очень нужна сейчас поддержка публики. А это алиу. 51. Ньюман здесь через двоих. Поэтому большой объем работы ложится именно на тех смелых игроков. Ньюман из-за дуги туда. И вот на площадке, хотя сейчас Маркел Джонсон все-таки мяч теряет. «Автодор» берет перехват, и Ньюман вновь идет под кольцо. Тяжелейший мяч. Атака довольно рискованная. Лучше вот так вот разыграть, и пусть кто-нибудь доведет до необходимых двух рамок. Саратовцы. Ньюман. Ньюман на Митченко. Какой алиу! Ньюман. Против Ребича у Ньюмана есть преимущество и в скорости, и в мощи. Здесь Ньюман, посмотрите. Бросок, если сравнить с тем, что совершал Ведищев. Ньюман. Через Емченко. Малик Ньюман! А тут же ставит заслон Гаррет. Обратный пас ему не последовал. Ньюмана на кроссовере и... В белой форме. Ньюман через Зайзериза. Ньюман. Сейчас... бросил на передедушку, пришелся. Бросок. О-хо! Малик Ньюман! Никуда не торопится. Ну что, снова попытает удачу за дальней дистанции и на сей раз забивает. Остается против Попова, будет играть саратовцы изоляцию. Ньюман залезает под Антипова. Баскетбол. Так, Паунич хорошо пробежался, остался своим. Мартюк попытался. Успел ему сказать... Пару слов у Петенев. Максима Марчука. Ньюман в ответ через Аксенова обменять. Отскок получился. Николич забрал. Набежал на подбор. Трехсекундную зону. И второй шанс у саратовцев. И здесь. Обеспечил. Ньюман бьет себя по голове, заказывая комбинацию. И с отпрыжки 2 очка набирает. Видите его в первой четверти. Интересно посмотреть. Ньюман 2 очка забил. Атака «Автодора» продолжится. На данный момент у «Автодора» 6 побед подряд в очных противостояниях. Ньюман! Он сейчас пользуется по максимуму игровым временем. Главное сейчас успеть выбросить мяч в сторону кольца. Ньюман бросает сам и забивает. «Автодора» в ней нет классического центрового. Абсолютно все игроки стоят сейчас на периметре. Только Николич борется за подбор Снайда. Защитника Самар. Ньюман. В проходе против Владимира Ивлева, и Эннис уже здесь.